О следующих выступающих мне лично хотелось бы... Говорить. Либо хорошо, либо ничего. Но, к сожалению, они еще живы. Колумбийский картель у нас на сцене. О, какой журнальчик интересный. Опа. Опа. Опаньки. Ботаник, проснись, смотри сюда. Я тебя о том же. Я помню чудное мгновение. Передо мной предстала ты. Успокойся, гнусное гноение. Сейчас предстанет. Опаньки. Кисочка! Мой карандаш выбрал ваши ножки. Будьте любезны. И я так тоже хочу. Хотеть не вредно. Девушка, моя душа и моя книга. Ты что, дурак, упали, что ли? Ёпка. Слышь, душеку. Значит так, показывай еще раз. Наблюдай. Опа. Лапа. Мой карандаш требует тепло твоих рук. Вот чисто день. Вау. Девочка, моя обувь требует тепла ваших ног. Батон, блин, ты чё, дурак? Ё-моё. Значит так, для тугодумов. Сюда, смотри, ещё раз. Для тугодумов показываю. Последний раз. Ё-моё, лапать. Кисонька, лапонька моя. Резинка моего карандаша. Хочет стереть прошлое. Кончик хочет написать будущее. Но, к сожалению, он улетел на подоконник. Маме, сделай одолжение папику. Принеси карандаши. Ё-моё, я забыл, мы на пятом этаже. Пошли, потом пошли отсюда.